плей-офф Суперлиги. Иду четвертый, Иглс пятый. Вот так они завершили регулярку, сыграв в последнем туре между собой. И Баба Йорт победил. Орлов. Шамиль Магомедов, главный арбитр. Ранан Шахбанов, Курбан Али Гафуров. Ему. И вот он, стартовый свисток. Есть первое касание мяча. Составы команды: Абдурзак Гаджикадиев в воротах. Ну и вот Гаиска Такуэро. Вот такие ники нужно себе выбирать, а не монтировка. И здесь и Хасбулатовец. Вы знаете, Хасбулатов тоже может отсюда стрельнуть. И получится довольно-таки опасно. Внимание, смотрим сейчас. Разбег, удар выше. Выше ворот. Переборщил немножечко силой удара собственного. И вновь те же самые люди. Абакаров, Хасбулатов у мяча. Есть разбег. Есть удар. Это уже опасно. Гаджикадиев на месте. Не рискует абсолютно. И Абдулла Магомедов. Вот это нужно снимать сейчас. Как он набежал, Нургамзая. А вы что думали? Вот сейчас вы молодцы, конечно же. Давайте, давайте. Еще позвоните всем родственникам. Пусть включают YouTube канал Денебал Фалдагистана и смотрят по-настоящему большой футбол. Магомедов, прием! Удар! Покатить, если на дальнюю. Гамзатову. Небольшой брак при приеме мяча. Далековато скакнул футбольный снаряд от ноги Алиханова. Наврузов. И вот Нургамзаев против Абдулла Магомедова. Чай мяч включается. Сабан Джабарелла обходит Таймасханова. И сразу влево бьет. Как прибежал, как включился. Поле мяч, абсолютно точно в поле. Можно играть. Шабан Джабраилов, можно забивать. Левая нога, удар, зайнула, беда. Долго Джабраилов, слишком сблизился с вратарем, поэтому и не забил. Уже было раньше. Угловой Гамзатов. Вновь две руки вверх. Вновь высокая. Хорошая, удар, один. Один Иглс, Альберт Гаджибеков. Со стандарта приходит гол. Вот это да. И вот такая реакция. Вот такая вот схема впереди у The Eagles. Маханову сложно сегодня. Против него сам Гаджибеков. Абдулла Магомедов. Можно бить. Удар! Удар! 2-0! Абдулла Магомедов! Ну как пробил сегодня? И никогда никто не хочет проигрывать. Магомедов Абдулла. И у нас процентов 70 заполнена трибуна болельщиками. 11:30 ночи. Завтра понедельник, рабочий день. Вот так люди любят Лигу Богатырев. 3-0 будет, наверное, сейчас. Да! Раджаб Магомедов. Разыграли Богатырев с Магомедовым. 3 Иглс. Давай, Арсланов. Время уходит, уползает, ускользает у Маханов. Вот сейчас Абакара Муртузали. Удар! Нет. И высказывает Гаджикадиев. Как так? Как проходит так? Билалов. Сразу же на Маханова. И вот он гол! Эльдара у Маханова. Передача голевая Билала Билалова. Почему-то все стояли и смотрели, как у Маханов им забивает. Абакаров. Нургамзаев принимает, и пробить можно! Удар! Нургамзаев маха! Вот его гол на гол Абдуллы Магомедова, он отвечает! Он камбэчит, 3-2! Гаджибеков. И ждет, ждет у Маханов. Кому отдавать? Пытается развернуться, и разворачивается, и стреляет в ближнюю. Там Гаджикадиев. Но есть аут, добавляет. К основному времени. Ровно столько осталось играть в этой встрече. Абакаров сильно вперед. Там Таймасханов. Куда с вами ждет нереальный по накалу ответный матч Иглс Юлдуз. Дальше интервью. И будем награждать.